Добрый день. Итак, каменный след в истории Абрамцевской церкви. В 1870 году Савва Иванович Мамонтов купил у дочери Аксакова усадьбу Абрамцева, и вскоре она стала, по замечанию Репина, самой лучшей в мире дачей. Летом здесь собирались художники, друзья Саввы Ивановича, Поленов, Репин, Васнецовы, Серов, Врубель, Левитан, Коровин, Нестеров, скульптор Антокольский, археолог и историк Адриан Прахов. Их семьи, их друзья. И это была такая довольно сплоченная группа единомышленников. Идея поставить в усадьбе церковь родилась по случаю. В 1880 году разлилась речка Воря, крестьяне соседних деревень не смогли попасть в церковь, и было решено, направились в усадьбу, потому что знали, что здесь будет заутреня, и было решено поставить сначала часовню, а потом постепенно эта идея превратилась в идею выстроить настоящую церковь. Первоначальный проект часовни сделал Поленов, потом над этим проектом поработал Васнецов, и все с энтузиазмом принялись за работу. И я процитирую. «Мы чертили», это воспоминание Васнецова, «мы чертили фасады, орнаменты, составляли рисунки, писали образа, а дамы наши вышивали хоругви», ну и так далее. То есть все с энтузиазмом участвуют в строительстве этого храма. По вечерам читают книги вслух, много спорят и стремятся построить именно русскую и историческую церковь. Прежде чем приступить к воплощению этого проекта, весь кружок отправился под руководством Поленова в Ростов и Ярославль для осмотра памятников древнерусского зодчества. А когда церковь была готова, образа тоже писали все художники, участники кружка Мамонтова, среди них и Репин, и Поленов, и Васнецов. Антокольский высек барельеф головы Иоанна Крестителя, Врубель поставил изразцовую печь, то есть все участвовали в проекте. Сама идея обратиться к этой теме у нас с Еленой Анатольевной тоже родилась по случаю. Мы прошлым летом побывали в Абрамцево, как раз тогда, когда после реставрации была открыта церковь. Причины, побудившие нас присмотреться к ней, более пристально, было две. Ну, первую можно назвать феноменологической. Храм собран как мозаика из нескольких десятков авторских работ. И сооружен и сложен буквально как симфония. Каждый ее элемент несет на себе печать индивидуальности. И каждый из этих элементов тянет за собой свой собственный внутренний сюжет. Здесь, чтобы оценить замысел, мало слышать целое, поскольку различим голос каждого. И каждый голос становится отдельным ключом к пониманию целого. Это первая причина. Вторая причина – выработанный за последние несколько лет профессиональный рефлекс. Мы увидели камень, который лежал на пороге храма. Камень с ярко выраженным природным рельефом, которого пока здесь не видно. И камень, судя по сохранившимся документам, был положен сразу по окончании строительства. Вот виден он стрелочкой, да? Вот на этой фотографии он виден вот здесь, выступом. Он действительно сохранился, и вот как он выглядит до реставрации. После реставрации вот эту часть очистили.
По рисунку рельефа, когда мы к нему присмотрелись, стало очевидно, что это, если не часть замысла, то во всяком случае ее реплика. И камень действительно вывел нас к нескольким сюжетам, два из которых мы хотим сегодня предложить вашему вниманию. Первый сюжет сакральный, второй мирской. Один открывает храмовое пространство, и это Василий Поленов. Другой выводит в мир Абрамцева. Это Виктор Вознецов. Итак, 16 августа 1882 года церковь была освящена во имя Спаса Нерукотворного. Виктор Дмитриевич Поленов принимал участие в создании храма с самого начала и до самого конца. Еще в 80-м году, когда впервые зашел разговор о том, что нужно выстроить часовню, он тут же набросал эскиз. Позднее он точно так же набросал эскиз и первой церкви, проект этой церкви. Надо заметить, что этот проект был вполне в русле интересов Поленова в это время. Поленов работает над большой исторической картиной из московского прошлого и создает целую серию эскизов кремлевских соборов и теремов. И поэтому его интерес к русской старине вполне совпадал вот с этим проектом, был в русле этого проекта. 26 апреля 1881 года, в воскресенье, и было решено таки построить церковь. И Савва Мамонтов записал в абрамцевской летописи: «Много толков о постройке часовни в Абрамцеве. Я, многогрешный, осмелился вступить в пререкание с Василием Дмитриевичем Поленовым, заявившим всему обществу о своем намерении ехать за впечатлениями в Палестину. И я, необразованный ретроград, находил, что это вовсе не нужно. Из записи кажется, как будто бы Поленову нужно поехать в Палестину, чтобы построить церковь. Конечно, это было не так, у него были свои планы, и он давно собирался поехать в Святую Землю. Но здесь слышится немножко это напряжение. Зачем нам нужны чужие Палестины, когда у нас есть своя прекрасная русская старина, и мы будем строить свой русский храм. Строительство храма шло быстро. В мае Вознецов доделал проект. Вот так выглядела церковь глазами Вознецова. И тогда же пригласили архитектора, расчистили площадку. Строительство шло быстро. К сентябрю уже возвели стены и тогда же формально заложили храм, потому что к этому времени поспело разрешение о строительстве храма. Поленов уже не участвует в закладке, за него положил камень Вознецов, а сам Поленов готовится к путешествию. По возвращении из Святой Земли Поленов снова оказывается в центре работ. Жена Поленова считала, что он руководил всем. В самом деле он создает план и эскиз иконостаса, Запрестольного креста, киотов, действительно активно участвует. Кроме того, он пишет икону Спаса Нерукотворного, которая была помещена на фасаде вот здесь над вратами. И здесь она видна, я вам ее потом покажу. В это время все твердят, что Поленов приехал другим, и что его восточные впечатления повлияли и на этого Спаса, который он пишет, и на царские врата, которые он пишет для иконостаса, и вообще на его проекты для храма. Поэтому, чтобы понять, что случилось с Поленовым, давайте обратимся к его путешествию. Сохранился довольно большой комплекс писем Поленова этого времени, написанных в пути. И по ним можно заметить эволюцию интересов Поленова
Вот сначала они приехали в Константинополь, потом отправились в Египет, наконец оказались в Святой Земле. Я пропускаю рассказ об очень колоритных спутниках Поленова, чтобы немножко сэкономить время. В начале путешествия Поленов полностью отдается архитектуре. Все его эскизы, архитектурные эскизы, и в письмах он постоянно говорит об архитектуре, доселе им невиденной. Я прочитаю маленький отрывок из письма о Константинопольской Софии. «Я не помню более величественного и художественного впечатления от архитектоники. Ни пантеон, ни храм Святого Петра, ни Кёльнский собор не могут сравниться с свободным полетом мысли, создавшим этот храм. Замысел и удача вылившегося целого изумительны». А по мере продвижения в Египет его интересы все более и более привлекают, естественно, руины, но привлекают не сразу. Точнее, он не сразу готов принять их как архитектуру. Вот что он пишет по поводу пирамид. «Первое впечатление от пирамид как от чего-то тупого. Стоило тратить столько человеческих сил для таких непроизводительных груд камня. Но чем больше всматриваешься, тем более удивляешься смелости строителя, строителю, избравшему такую форму для своей мысли». То есть постепенно он начинает привыкать к тому, что груда камней может быть архитектурой. А когда путешественники приезжают в Святую Землю, то внезапно интерес Поленова абсолютно меняется, и его архитектура не интересует. Он пишет, например, про храм Воскресения, но в основном как про странное соединение всего на свете, где ничего невозможно узнать. А интерес его в первую очередь к ландшафтам, которые открываются вокруг. К ландшафтам, а ландшафты эти каменные. Нужно иметь в виду, что русский путешественник, отправляющийся в Святую Землю в 80-х годах, хорошо представлял себе, что он увидит и что нужно смотреть. И путь паломника пролегал от камня в камне, камню, потому что, собственно, паломничество было путем постижения священной истории через те мемориальные камни, которые сохранились. И просто для того, чтобы представить себе контекст, перечислю главные камни, которые показывали, я пользуюсь именно записками вот этого времени, между 70-м и 80-м годом, показывали 12 камней, взятых сынами Израиля на память прихождения через Иордан. Причем одни и те же камни могли показывать несколько раз в разных местах, естественно, как бывает в таких ситуациях. Камень с окошка царя Давида, на который тот опирался локотком, когда сочинял псалтырь. Камень искушения, на нем Спаситель сидел в пустыне. Камень положения во гроб, камень с гроба Господней, камень, на котором сидел у гроба ангел, стопа Спасителя на горе Вознесения, стопа Богоматери в нескольких местах, камень Сионской горницы, принесенный ангелом Синая по просьбе Богоматери и прочее. То есть это действительно такая священная каменная летопись. Но для Поленова центральную роль играет, как я уже отметила, пейзаж. Именно он, а не камни с отпечатками, то есть с какими-то знаками, хранят память о земной жизни Иисуса Христа. В письме он сообщает: «Потом пошла Палестина с ее величественными воспоминаниями». Пропускаю. «Красивая цветущая Галилея с ее чудным голубым озером, берега и воды которого слышали величайшие слова, сказанные на земле, изречение Христа». Слово Поленова таким образом незримо отпечатано в слово для Поленова таким образом незримо отпечатано в пейзаже. Поскольку пейзаж состоит из камней, то эти камни играют главную роль в его эскизах. Эскизов Поленов привез сотни.
Многие из них еще не собраны, потому что они оказались крайне популярными, их моментально стали раскупать. Но начиная с того, что как только Поленов их выставил, Третьяков купил сразу же все выставленные, но и невыставленные тоже очень быстро уходили. И Поленов для того, чтобы сохранять для себя эти наброски, а он собирался использовать их для того, чтобы писать серию больших полотен из жизни Иисуса Христа, он их снова перерисовывал. Поэтому мы видим не только хронологическую последовательность эскизов по ходу его путешествия, но и повторные эскизы, сделанные для того, ну, и они уже отличаются, потому что они уже уточнены. Наконец мы видим, собственно, полотна из жизни Иисуса Христа. Я приведу только два примера, чтобы показать роль камня в эскизах и потом полотнах Поленова. И первый — это мечеть на Храмовой горе в Иерусалиме, видимо, для многих очень узнаваемый образ. Сейчас эта лестница очень красивая, и никаких каменных обломков здесь нет, но, в принципе, очертания совершенно те же самые. Про эту мечеть Поленов писал: «Как много интересного и красивого, но лучше всего это площадь Соломонова храма, теперь мечеть Амара. Я торжественнее ничего не видел, разве только храм в Стамбуле». Как будто в подтверждение этих слов Поленов вот и делает этот эскиз, и обратим внимание, что он называется «Площадь, где находился древний Иерусалимский храм», на котором мечеть с колоннадой и куполом занимает центральное место. Перед зданием в центре площади находится каменная чаша. Сопоставление мечети и храма в названии подчеркивает символические элементы композиции эскиза. Чаша в центре площади, условно говоря, все, что осталось на месте храма, является перевернутым отражением купола мечети. На следующем эскизе купол мечети убран, его не видно из-за дерева. Теперь в этот эскиз, в кадр, втекает вода, из воды, как мы видим, вырастают камни. Чаша остается слегка в стороне, теряет свое значение. Купол мечети тем более не виден. Наконец, на третьем эскизе архитектура совсем теряется, колоннада упрощена, мы только видим часть одной колонны. Камни же становятся светлым пятном на первом плане и заменяют доминирующее значение. Нарратив теперь полностью деформирован. Это уже не мечеть, о которой Поленов писал «Я торжественнее ничего не видел», а камни в потоке, находящиеся на месте разрушенного храма. Присутствие, точнее отсутствие храма, затмевает великолепную мечеть с куполом и колоннадой во всей ее архитектурной красе, оттесняет ее на периферию эскиза. Мы видим развитие сюжета от, условно говоря, Константинопольской Софии до каменной груды камней в Гизе. Каменной груды в Гизе. Символизм архитектурных форм, соположение форм, купол, аркада, каменная чаша, отходит на задний план и совсем теряется. На первый план выдвигаются камни и становятся, собственно, символическим композиционным центром. Второй пример – это камень в Тверятском озере. Это то место, где Поленов застрял, отстав от своих спутников. Те отправлялись в Пальмиру, а ему показалось необходимым продолжить эскизы именно в этом месте. На эскизе, на первом, мы видим камень, стоящий в воде. Второй вариант сделан по возвращении. Во-первых, мы видим совсем другую цветовую гамму. Это случилось со многими перерисованными эскизами Поленова. Он сам говорил, что цвета, который он привез в Москву, казались совершенно не настоящими. Бирюзовый был, ну, в общем, все было слишком ярко, и поэтому он немножко
ну, как бы, приглушает она, да. Старается, чтобы это выглядело нормальнее. Но кроме того, мы видим, что камень немножко вырос, получил более определенные формы, зелень, возможно, растительность здесь не очень понятна, убирается, и камень действительно получает больший вес. Позднее вот эта каменная композиция перекочевала в полотна, посвященные жизни Иисуса Христа. Здесь камень, я думаю, видно, не буду вставать. Вот в нижнем от вас левом углу и на одной и другой картине в воде есть камень. Извините за испорченный слайд, почему-то он все время таким остается. Значит, перекочевал в картину из жизни Иисуса Христа. То есть здесь семантический потенциал эскиза вскрывается, и мы видим, что камень обретает все более и более значимую семантику. В последних вариантах, как мы видим, Иисус Христос сидит на горе, смотрит вдаль. Поленов называет эту картину «мечты», иногда «на горе», иногда «мечты». Мечты, почему он убирает мечты? Потому что современники возмущались такому романтическому названию, отнесенному к Иисусу Христу. Иисус Христос изображен в тот момент, когда уже после искушения, богоявленного искушения, то есть тот момент, когда он начинает свою проповедь, но еще не начал, у него еще нет учеников, он еще один. И в Евангелии этот момент описан очень кратко, сказано только, что Иисус был в силе Духа. Так вот, Поленов и создает эту серию полотен, пытаясь представить Иисуса в силе Духа, и, как мы видим, камень играет здесь значительную роль. Наш камень из практически незаметного пятна за пучком цветущей травы на предыдущем слайде превращается в самостоятельный объект. Затем пучок травы оказывается вовсе удален на последнем варианте. Ну, вот на предпоследнем варианте он еще немножко виден. А здесь, на последнем варианте, фигура Иисуса Христа становится меньше. Камень с этюда получает самостоятельное значение. Теперь камень и фигура Христа превращаются в два композиционных центра картины. Это, конечно, ведет к тому, что у зрителя появляется совершенно естественная потребность связать, соотнести эти два центра, увидеть в камне символическое, например, символическое подобие Христа. И для этого Евангелие дает большое количество возможностей, и я не стану приводить все цитаты, которые легко ложатся на это изображение. Но, видимо, Поленов хотел усложнить прочтение, и поэтому в самом последнем варианте, как видите, на первом плане появляется камень, который как будто бы повторяет позу Иисуса Христа. И у нас получается уже не две точки, а треугольник. И поэтому, соответственно, возможные варианты прочтения, так сказать, умножаются. Но в целом мы можем говорить о камне и как о веществленных мечтах Иисуса Христа, об овеществленном присутствии. Не стану перечислять все возможности. Думаю, что они легко достраиваются. У Поленова есть другие каменные сюжеты. Иногда они касаются архитектуры. С архитектурой происходит интересное. Архитектура как бы достраивается обратно. Он берет руину и постепенно превращает ее в довольно еще новое, недавно построенное, светлое и окруженное, например, садами сооружение, что, конечно, связано с его попыткой воссоздать Старый Иерусалим, и нас сейчас они не интересуют. А прежде чем закончить это рассуждение, я хочу очень коротко отметить, что вообще вопрос о пейзаже в храме
крайне интересовал Поленова. В 1974 году он побывал в Париже, в храме Александра Невского, и я туда только недавно сходила и все осмотрела. Там действительно, как он пишет, его поразило, что в храм были помещены два полотна известного мариниста Боголюбова, и оба полотна фактически открывают храм в пейзажное, морское пейзажное пространство. И о них Поленов специально писал и говорил, что за прелесть поместить пейзажи в церкви. И не стану зачитывать его рассуждения о пейзажах, которые, одно я уже прочитала, запечатлели историю в Святой Земле. И совсем перед тем, как закончить мою часть выступления, напомню, что Поленов по возвращении написал, среди прочего, и «Спаса нерукотворного» для фасада храма, и вот здесь он хорошо виден. Он написал его на керамических плитках, абсолютно сохранив ощущение керамической плитки. Мы видим, что лик разрезан вот краем, он совершенно не скрывает этого. И здесь определенно есть интерес к отпечатку, ну и вообще любой храм Спаса Нерукотворного ведет к теме нерукотворного отпечатка. И интересно, конечно, перспективе сравнить его с нерукотворным спасом, написанным Репиным для иконостаса, и мы видим, что Репина интересует ткань, убрус. Он подробнейшим образом до ниточек выписывает этот старый плат. А для Поленова значительно интереснее долговечный материал керамика. И это ведет далеко, но сейчас я, возвращаясь к нашей каменной тематике, хочу только отметить, что интерес Поленова к символическому и семантическому потенциалу композиции «Камень в воде», решение темы отпечатка в работе над Спасом Нерукотворным, наконец, интерес к феномену пейзажной иконы является тем контекстом, который высвечивает тематику каменного порога Абрамцевской церкви. Что может быть нормальней таким образом, чем поместить на порог церкви необработанный камень, на котором остался отпечаток настоящего, не нарисованного пейзажа под таким спасом и при участии такого художника, как Поленов? И Людмила Олеговна. Перехватывая эстафету о пространстве пейзажа, я начну прямо с геоморфологии абрамцевского ландшафта. Он сформировался около 250 тысяч лет назад в результате ледникового сноса из Скандинавии. Ледник шел на русскую равнину как бульдозер, как гигантский бульдозер, взрыхляя и сдвигая перед собой землю, а когда таял, на месте его бывшего переднего края оставались гряды холмов. Так образовалась известная всем отечественным геологам Клинско-Дмитровская гряда, которая идет с севера-запада на северо-восток Московской области, центральную часть которой в XIX веке занимал Дмитровский уезд. И Абрамцево, и Троица Сергиева Лавра тогда входили в его состав. Вместе со льдом двигались глыбы и массы песка, глины и камней. После таяния ледника часть из них оседала во врагах и лощинах, другие камни оставались в толще земли и в зависимости от состава грунта двигались вместе с ним, время от времени выходя на поверхность. Это так называемая ледниковая эратика, блуждающие валуны, от латинского erraticus, блуждающий, характерный признак не только прибалтийского и северного, но и среднерусского ландшафта. Редкий живописец, в том числе и из ближайшего окружения Васнецова, как раз пейзажи, которые, собственно, и фиксируют, как выглядит Клинско-Дмитровская гряда. Редкий живописец прошел мимо этой натуры. Подобные валуны можно встретить и в окрестностях Абрамцева, и в долине реки Ворье, в самой усадьбе.
Вот только у Васнецова, при всей его чуткости и любви к этим местам, мы не найдем ни одного подобного пейзажа, ни этюда, ни наброска. Из его натурных студий камень выпадает. Однако все мы со школьной скамьи помним три его хрестоматийных полотна, где такой камень есть. Это «Алёнушка», «Богатыри» и «Витязь на распутье». Все они писались в Абрамцево в период с 80 по 82 год. Строительство церкви шло параллельно. Тогда же, осенью 82 года, Васнецов получает заказ на роспись фриза для одного из залов исторического музея. Появляется панно «Каменный век», в одном сегменте которого Васнецов, собственно, собирает валуны со всех своих трех картин и таким образом замыкает цикл. Другой каменной серии мы у него нигде больше не встретим. С Мамонтовым Васнецов знакомится в конце 70-х годов, как раз тогда, когда уже сам полностью был поглощен новым для себя былинным жанром. И уже в первое лето в Абрамцеве попадает в абсолютно живительную для себя среду, где его уже получивший резонанс, разворот от реализма к национальному эпосу приходится во всех смыслах ко двору. И по тематике в Абрамцево культивировался интерес к народной культуре и русской старине, и по языку. Впечатление производит именно эта беспрецедентная для русской живописи середины XIX века комбинация – вымышленная реальность кистью передвижника. Из них Васнецов вышел. Обращение к сказочно-мифологическим сюжетам традиционно диктовало соответствующую стилистику. Сказка не может и не должна быть правдоподобной. И здесь можно было смело следовать за прерафаэлитами. Но созданная ими фантастическая реальность действовала гипнотически именно в силу своей непреодолимой волшебной иллюзорности. Васнецов же, ступив на эту стезю, разворачивается практически на 180 градусов. Обращаясь к мифу, он в русле модной тогда мифологической школы погружает зрителя не в вымышленную реальность, а в стародавнюю быль, ту самую, что запечатлелась и жила в национальном эпосе и фольклоре. С его картин смотрели, и тогда впечатляло именно это, не сказочные персонажи, а легендарные пращуры, обитавшие, возможно, в этих же местах, среди этих же лесов, полей и рек. На вопрос о тематическом диапазоне своих полотен и своих сюжетов он отвечал, цитирую: «Для меня совершенно одинаковы мои предки, независимо от того, нота бене, сидят они на конях в богатырской заставе, едут ли по полю, раздумывая, куда направить путь, несутся ли по непроходимому лесу на волке или бездыханными покоятся в густой траве. Изображая людей каменного века, я видел в них предков, наших древних вятичей, а он сам из-под Вятки. Писал их вовсе не по книгам, не по материалам раскопок, а по внутренней догадке, по своему чутью». Конец цитаты. В Абрамцеве этот эффект становится на порядок сильнее, поскольку среду обитания для своих персонажей Васнецов присматривает там же. Сейчас будет. Выходя на этюды. В итоге его богатыри выдвигаются из соседнего леса. Алёнушка присаживается на бережок пруда в Ахтырке. Вот эти два наброска. С «Витязем же на распутье» история будет несколько более сложной. И выходило, что старорусская древность, о которой по воспоминаниям Елены Дмитриевны, то есть которой, по воспоминаниям Поленовой, Васнецов в те два лета всех просто заразил, всегда жила и дышала где-то рядом. Вот только камень, и об этом можно судить по первым наброскам Васнецова к этим картинам,
карандашным, не этим, появляется в замысле каждой картины до выбора натуры и независимо от нее. По этим эскизам видно, что камень монтируется в первую очередь с персонажем, как единственный реальный элемент ландшафта, который, о каких бы преданиях древней старины ни шла речь, был их очевидцем, то есть частью воссоздаваемой Васнецовым реальности. Но герои уходили, а камни оставались. Оставались хранителями и стражами древних преданий, отмечая традиционные места силы, превращаясь в языческих богов. Так почти во всех традиционных северных культурах, где крупные или странные формы камни оказывались в пространстве жизни и деятельности обитателей тех мест. К слову сказать, Савва Иванович Мамонтов, увлекшийся под влиянием Прахова археологией, вывез из Донбасса в эти же годы, а в Донбассе он тогда строил железную дорогу из Донецка в Мариупольский порт, вывез двух мегалитических баб, которые, ко всеобщему удовольствию, были тогда же водружены на аллее. Вот на центральной фотографии это видно. Это аллея, в конце которой через пару лет и появится церковь. Введенный Васнецовым в свои картины валуны, разумеется, выполняли все возложенные на них художественные задачи. Но в каждом сюжете Васнецов определяет им ровно то место, где камень, как сакральный объект со сложившимся символическим хронотопом, и должен пребывать на границе двух миров. В «Богатырях» это территория своего и чужого. С переднего плана в наброске, в карандашном, валуны в окончательном варианте перемещаются на задний план полотна и поднимаются там, как порубежные знаки, подобные древнеримским терминам. Такие пограничные камни-обереги, как правило, могильники, стояли на меже родовых территорий или на родовом кладбище, отмечая границы межмирья. Пейзаж, который открывается за спинами богатырей, собственно, и есть граница. И Васнецов даже почувствовал необходимость это обозначить в письме к Стасову. Писал: «Богатыри Добрыня Илья и Алеша Попович на богатырском выезде примечают, в поле нет ли где ворога». Конец цитаты. То есть даже это не граница, а все это приграничная полоса, внешний край которой под надзором героического настоящего, а внутренний рубеж под контролем духов предков. В Алёнушке главная героиня сидит, как напишет Васнецов, камушком на камушке у черного омута, в которой ее по афанасьевской версии сказки о сестрице Алёнушке и братце Иванушке сталкивает ведьма с камнем на шее. К брату она обращается уже сквозь темную толщу воды из другого мира. Интересно, что уже почти готовая картина первоначально выглядела как вот это, право. Ее почти не знают, потому что она хранится в собрании Абрамцевского музея. Без отражения в пруду. В окончательном варианте, тем же годом, мы видим камень, вырастающий из воды и в воде отраженный. Это важно. Контакт камня и воды, и об этом мы много говорили на прошлогодней конференции, дает на выходе более мощный выброс, объединяющий их семантики жизни и смерти, времени и вечности, памяти и забвения. Но здесь отражение необходимо еще и по сюжету. Граница должна быть проницаемой и одновременно зеркальной, магической. Васнецов как будто вспомнил, как их общий с Поленовым учитель Павел Петрович Чистяков писал Репину о картине
писал Поленову о картине Репина «Подводное царство» по былине о Садко. По мнению Чистякова, пишет он, не цвет воды должен был задавать в ней тон в картине, а веяние впечатления от былины задать должно тон воде и всему. Вода тут ни при чем. Цвет и густота воды бывают разные, а былина такая одна. Конец цитаты. Что же касается картины «Витязь на распутье», чуть попозже покажу, то она про камень и посвящена камню. Разворот Васнецова к новой для него топике начался именно с этой картины. Первый вариант был выставлен в 1978 году и выглядел так. В основу сюжета был положен эпизод из былины о былье Муромце, где на пути богатыря встает вещий бел горюч камень с высеченными на нем словами. Они очень хорошо читаются на полотне, написано там: «Налево ехати богату быти, направо ехати женату быти, как прямо ехати живу не бывати, нет пути ни прохожему, ни проезжему, ни пролетному». Но вот в 1882 году, в месяце, когда уже церковь заканчивалась, если это у нас такой календарь, Васнецов вдруг специально для Мамонтова и по его просьбе пишет другой вариант картины, нам привычный и хрестоматийный. Во-первых, большего размера. Он разворачивает композицию, и теперь вместе с витязем в камень упирается и глаз зрителя. За камнем же совершенно очевидно появляется болотная топь, но и еще одно. Он затирает половину надписи, а то, о чем тоже сообщает в письме к Стасову. Процитирую. «Строки надписи «направо ехать и женату быть, налево ехать и богату быть» на камне теперь не видны. Я их спрятал под мох и стер частью». Надписи и стер частью. Конец цитаты. На камне таким образом остаются слова «как прямо ехать и живу не бывать, нет пути ни прохожему, ни проезжему, ни пролетному». В том же письме к Стасову он этот вариант картины называет «Витязь в раздумии перед прямой дорогой». Но дороги нет, за камнем и на бытие. Очень похоже, что именно так этот образ и трактовался впоследствии близкими и друзьями Васнецова, о чем можно судить по надгробию, поставленному на его могиле. Символика перекрестка, как мы помним, двойственна. С одной стороны, это место, откуда можно попасть в иной мир, мир, лежащий за границей привычного и за гранью выбора. С другой стороны, перекресток, как архетип, семантически связан с понятием центра. И эти две идеи, идея перехода в иной мир и идея центра, в традиции не просто взаимосвязаны, но фактически являются продолжением друг друга. В мифологическом сознании переход в иной мир может быть произведен только через центр мира, где сходятся все дороги и где лежит изначальный священный камень. Переделка картины таким образом шла по пути расширения ее внутреннего мифопоэтического объема. Теперь его задавал архетип, камень, превращенный из сказочного дорожного указателя в сакральную ось, центр и начало мира. В этом смысле идея каменного века как начало истории вполне вписывалась в художественную логику Васнецова. Более того, он отвел в своем фризе специальное место, вот внизу, где все его камни, их даже можно узнать, и даже некоторые по форме передают
те, которые появлялись на картинах, он их, где они предстают как бы в своем естественном, первозданном и доисторическом состоянии. Вот тот новый вариант «Витязя» 1982 года, разумеется, обсуждался в Абрамцеве. И как универсальный сюжет не мог не попасть в орбиту бытовавших в округе преданий о местном чудо-камне. Тогда это могли быть рассказы о каменном святилище в Шутовом лесу у деревни Киндякова, это недалеко от Дмитрова. Киндяковский камень был широко известен в уезде и почитался как чудотворный, исцеляющий и придающий силы. Его первое описание научное появилось достаточно поздно, в 1981 году, в «Балтославянских исследованиях». Автор этого, этой публикации Ю. М. Золотов, если кто-нибудь мне подскажет имя, отчество, я буду благодарна, публикация называлась «Остатки древнего святилища на реке Кимерши». По преданию, камень приплыл против течения реки Кимерши в день летнего солнцестояния на Ивана Купала и выбрал себе место у слияния трех рек – речки Кимерши и двух ручьев, стекающих с отрогов Клинско-Дмитровской гряды. Вот схема, которую Золотов привел, чтобы было понятно, где стоит камень и как проходят русла, вытекающих якобы из него, ну, во всяком случае, вот из этого центра источников. Подойти к этому камню непросто. Он лежит в болотистом месте. И одно из чудес, которое за ним закреплено, связано с тем, что он лежит в болоте, но не уходит в трясину. А что касается людей, то они для того, чтобы подойти к этому камню, должны прокладывать мостки. Культ продержался до 20 века и сейчас активно возрождается. Выглядит это место таким образом. Вслед за Золотовым исследователи считают, что здесь, у места впадения в речку Кимершу, существовало целое языческое святилище, святилище у трех вод. Видимо, специфика места и стала причиной, по которой легенда ассоциирует Киндяковский камень с одним из древних осколков камня АллатРи, описанного в «Голубиной книге», как камень, из-под которого текут и берут начало животворные реки. С той же семантикой «камень на водах» Афанасьев также связывает и происхождение загадок про АллатРь камень. Звучит загадка так. Он комментирует. Подвижными ходячими камнями народная загадка отличает АллатРь от обыкновенных скал, твердо прикрепленных к земле, как бы коренящихся в ее утробе. «Что растет без корню?» – спрашивает загадка. И отвечает: «Бел горюч камень». «Весьма знаменательно», продолжает Афанасьев, «свидетельство стиха в «Голубиной книге», что из-под камня текут источники, дающие всему миру пропитание и исцеление». А в 81 году, в это же время, появится исследование Веселовского, где будет показан механизм трансформации этого дохристианского культа в систему символов новой веры. Замысел каменной церкви, посвященной Спасителю, стал для Васнецова еще одним способом постижения старорусской древности, здесь же в контексте национального раннехристианского мифа. Проекту церкви он шел ровно тем же путем, что и к своим мифопоэтическим реконструкциям из глубин национальной памяти и изнутри абрамцевского пространства. Храм должен был стать идеальным воплощением этого пространства, его архитектурной производной, в которой объединятся природа, история и культура Абрамцева. И, видимо, именно так
его замысел и эскиз был воспринят Мамонтовским кружком, потому что на семейном совете Вознесовский вариант был принят к исполнению. Ну и заключение. Пути, по которому Поленов и Вознесов пришли к этому проекту и осуществили его, также сошлись в итоге у входа в храм, где под образом Спаса был положен камень с отпечатком водной ряби. Каменная цитата библейского стиха: «И веде мя ко преддверию храма, и се вода исходаше из-под непокровенного храма». По свидетельству Сергея Николаевича Чернышова, это внук Веры Савишны Мамонтовой, доктор геолого-минералогических наук, академик, это так называемый шокшинский песчаник, карельский снос, который принадлежит этим же слоям, ледниковым слоям, которые выходят на поверхность и время от времени вот находятся в окрестностях Абрамцева. Вот этот рельеф называется рельеф морской донной реалии. И Чернышов считает, что он был найден неподалеку. Но в Абрамцево, в музее, в научном отделе никаких сведений о этом пороге и о камне нам раздобыть не удалось, ничего не знают. Но вот сохранилась гравюра по рисунку Аполлинария Вознецова, известного своей скрупулезностью в деталях, где валун с похожим рельефом лежит у только что законченной церкви. На переднем плане, вот я его увеличу, вот, еще раз. Вот. Удивительное свидетельство и очень любопытная, конечно, гравюра. Вот такой формы глыба, где один уровень высеченной воды перетекает в другой уровень через определенное количество лет будет положен Александрой Савишной Мамонтовой на могилу Елизаветы Григорьевны и Савы Ивановича Мамонтовых в 18 году. Вот это крайняя правая, да, для вас правая могила. Вот так выглядит этот скол. И здесь мы, конечно, уже видим синтез всей символики, которая концентрирует вот эти два образа – и вода, и камень. Два окаменевших потока, застывшее время, вечная память. Спасибо за внимание. Всегда так бывает, что вторую часть запоминаешь лучше, когда переключаешься. Но вот в отношении этого пейзажа, о котором Поленов, пейзажа в церкви, двух пейзажей в церкви, о котором Поленов пишет, у него есть это осмысление того, что природа вот так же божественна, и поэтому появляется этот пейзаж в церкви. Или просто это невысказано? Наверное, где-то невысказано, но Поленов был человеком немножко другого толка, юрист по образованию и человек такой практический, и у него мало в письмах таких слов, как «божественный». Вот, но он пишет об удивительном эффекте и как правильно помещен пейзаж в храме. И в нескольких других письмах он тоже пишет об этом, в том числе есть письмо к Льву Толстому, где он говорит о похожих вещах без слова «божественного». Могу я еще задать? Вот когда вы показали эту второй вариант картины «Богатыря перед камнем», первая ассоциация, и такая очень сильная, это «Пуссен эт ин Аркадия эго». То есть вот и в Аркадии существует, и
Наверное, там череп есть и поэт. Да, обязательно, да, да. Это, да. Но когда вы сказали, что за камнем как бы небытие, на самом деле этот камень тогда и превращается в камень, ну, могильный. Надгробный камень. Разумеется, я, конечно, и рассчитывала, что это все будет именно так и понято. И очень важно было, как бы продолжая нашу общую тему семантики пейзажа, трясина, которая там появляется, конечно, я понимаю, что это тут же перекидывает мостик к трясине вот этого Кондяковского камня, но дело же не в этом. Дело в том, что пейзаж насыщается уже читаемой символикой, по которой дальше действительно не пройти. То есть на таком буквальном пейзажном уровне, а дальше на символическом, где и на бытие, иной мир просто сразу за этим камнем. И, кстати, вот и о камне Алатырь, и обо всех вот этих священных камнях, которые стоят на перепутье, перекрестке, как бы в центре мира, с ними обязательно связывается семантика двери, входа. Они запирают этот вход. И уж чтобы туда войти, а уж точно не выйти, надо его отодвинуть. Но он неподъемен. Ну и так далее, да, и миф развивается. Мне хотелось бы сказать буквально несколько слов. Во-первых, поблагодарить за удивительно емкий и содержательный доклад. Докладчиц обеих. Во-вторых, вот просто как раз меня очень затронула первая часть доклада, которая была связана с Поленовым, и второй вариант картины на горе. Потому что там вот эта соотнесенность камня и фигуры Христа, мне кажется, имеет несколько пластов смысла. Потому что... Спасибо. Значит, да, вот во-первых, он же вторит, да, как бы объем камня и фигуры, они вторят друг другу, вот, но это было отмечено докладчиком. Я хочу сказать, вот, так сказать, как филолог, я хочу подчеркнуть, во-первых, связь камня и вершины, акме, да, акмо в литовском языке, акме в латыни, которые, значит, камень и вершина, соответственно, отсюда и эклеизм. Вот, значит, то есть это Христос на вершине и перед вершиной. Во-вторых, камень – это память и вечность. И это связь, кстати, со знаком зодиака, в котором родился Христос. Он же был Козерог, а Козерог в астрологии считается камнем. Не знаю, так сказать, все ли эти отголоски имел действительно беду Полинов, но на самом деле тут целое эхо родится вот из этих вот вещей. Большое спасибо вам за замечательный доклад. Единственное, хотел бы немножко задать вопрос на вот этот камень, который лежит перед входом в храм. Я так понимаю из вашего выступления, что ни в научном отделе самого музея нигде никакой информации нет. Да? Но с советских времен мы, в общем-то, всегда считали, что этот камень имеет совершенно определенное значение, и он был спроектирован еще когда делался проект храма. Почему? Он имеет совершенно реальное объяснение в замысле самого храма, объяснение христианское, православное, и сам замысел храма. Почему? По замыслу авторов, вот этот храм абрамцевский, это иллюстрация так называемой библейской легенды о женах мироносицах. То есть храм символизирует ту пещеру, куда было положено тело Иисуса Христа после распятия. Если вы помните, согласно этой легенде, вход в этот храм, вход в эту пещеру был завален камнем, все ушли. На следующее утро жены мироносицы снова направились к этой пещере для того, чтобы омыть тело Иисуса Христа, смазать его миром, после чего поднести его подошли к храму, согласно легенде. Камень был отвален от входа. Они зашли туда внутрь и увидели, что на вот этом камне пещеры, на которое было положено тело Иисуса Христа, тела нет. Дальше нам уже архангел говорит, что его вознесли на небо и так далее. Поскольку посвящение храма Спасу Рукотворному, то вот этот портал входа в церкви, он символизирует вход в эту пещеру, где было положено тело Иисуса Христа. А вот этот камень, если вы посмотрите, он даже по своей форме грубо, но... То есть вы говорите, что он может опрокинуться? Да, приблизительно он мог, если его поставить вертикально, он, естественно, идеально не совпадает с проемом. Но, в принципе, он по форме похож.
И мы всегда еще с советских времен, поскольку я водил экскурсии в Абрамцево еще без 50-х годов, вот этот камень у нас никогда не вызывал сомнений, мы как бы мы всегда считали, может быть, мы были неправы. Но, насколько я знаю, сейчас же в храме богослужение проходит, по мысли священнослужителей, это именно это. То есть это символизирует тот камень, которым была закрыта пещера, в которой был положен тело Спасителя. И вот он отвален, тело исчезло. И вот я еще раз говорю, посмотрите, он по своим размерам и по своей форме, в принципе, если его поставить, ну, он почти вот... Ну, это одна из версий, просто вы можете с ней согласиться, вы можете не согласиться, но мы вот никогда не считали появление этого камня загадочным. Всегда считали, что он здесь очень логично вписывается в саму концепцию храма. Тем более, если вы знаете, что спасли его контрольный, откуда появился этот образ. То есть это вот символика этой пещеры. Напомнит о том, что мы слушали в начале конференции, о том, что говорил Вячеслав Солыч, относительно обращенности в определенном смысле в будущее, ну вот того, что писал Навалис, а здесь того, что делали эти художники, и что вы совершенно справедливо связали с творчеством прерафаэлитов. Это вот сейчас прозвучит ужасно, но они основывали жанр, в котором живет современный западный читатель. Ну, может быть, и наш тоже, не знаю. Это жанр фэнтези. Вот его корни. Живые корни этого жанра. Это редкий случай, что в эволюции литературного течения истоком является там не только наука, скажем, мифология, как у Толкина, а является еще и живопись. Пластическое искусство является источником литературного течения. Вот вы это очень красиво